Бонька. Бонька. Ничку. Ничку. Ой. Угу. Угу. Пока Бублик пошел в магазин, поболтаем с вами. С Бонькой. Привет, 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 Олики, привет, привет, привет всем. Где ты? Мои друзей. Ой, ой. Что-то там случилось. Ку-ку. Привет, привет, привет. Спасибо, спасибо, мои хорошие, спасибо. Бублик, ты? А что забыл? Боня зовут собачку, Бонита. Котенок, если надо, возьми там мою карту. Ее с собой в Китай повезете? Нет. В Китай с собой не повезем. Мамуля моя заберет. Привет, Ули, привет, привет. Нет, это не наша собака, это собака друзей. Бонька, покажи себе. Вот Гудина малой. Привет, Воронеж. Привет, чернянки. Почему Бублик? Ну, не знаю, мне просто нравится его так называть. Я сразу еду домой к родным, ведь а вы что? Ну, я тоже в ближайшее время поеду к маме в Гродно. Так что, кто меня в Гродно ждет, скоро со всеми увидимся. Рада за вас, ты молодец. Спасибо большое. Спасибо, Белка, большое. Почему тебя сравнивают с каким-то идиоты? Не знаю. Видимо, кому-то я на него похожа. Ряска такая противная, ужас. О, отвратительная, омерзительная женщина. Не перевариваю ее. Вообще, Каролина даже взяла и извинилась перед ней в день перед тем, как нас выгнали. И я просто в шоке. Я говорю, вот ты, блин, ку-ку, еще извинилась перед этой мымрой. Урр. Почему ты никогда не говоришь конкретно сумму зарплаты Дом-2? Тебе же сейчас все равно. Да, все равно. Ох, расскажу вам. Скоро все расскажу. Терпение немножечко. Ты ушла с проекта? Да. Привет, Краснодар. Привет из Крыма. Привет из Рязани. Привет из Шеленгера. Привет из Воронежа. Боже, как вас много, котята мои. Была когда-нибудь в Калининграде? Нет. Дариночка, привет тебе. Мы сейчас в Москве. Что с голосом? А что у меня с голосом? Рост 1,69 м. Вес сейчас где-то примерно 59-60. Поправилась. Я так нехиленько насышала в последний раз. Бублик мне постоянно. Кушай, зайка, сладенько, кушай. Теперь у зайки живот. Какой толстяка. Привет, Казахстан. С Каролиной общаемся. Жалею, что так вышло. Честно, нет. Гриценко не выгнали, а вас погнали. Ну, котики, скажу так. Хотите добиться справедливости на Доме 2, никогда не добьетесь. Там всегда было все несправедливо. Спасибо большое. Турция, Анталия, не хочешь? Нет, не хочу. Делаем видео вашей паре. Подписывайтесь, вы самый лучший. Посмотрите обязательно. Правда? Вы просто золотые мои, жду просто с нетерпением. Это наша с Бубликом песня. Мне будет очень приятно, если вы сделаете под нее действительно клип. Привет, Киев. Почему брекеты ты не поставишь? Поставлю, планирую в ближайшее время, в ближайшие 2 недельки. Спасибо, спасибо. Дариночка, я же тебе уже передавала привет. Еще раз, Дариночке, привет. Так жалко, что из-за этой дуры ты ушла. Ну, зато дура осталась. Спасибо, мне очень приятно, если честно, читать от вас сообщение, что вам жаль, что я ушла, что вам не хватает меня на проекте. Все ваши сообщения читаю, очень-очень-очень-очень много приятных слов вы мне говорите, каждому из вас стараюсь ответить, это нереально приятно, правда. Киров, привет, Ижевск, привет, спасибо большое. Еще 5 раз спросите или 30, когда я поставлю брекеты. Скоро! Скоро поставлю, не переживайте. Беларусь, привет, скоро к вам приеду. Ростов, привет.
Рост у меня 1,69 м. Какая худая, вы что? Я сейчас очень-очень сильно поправилась, правда? В Рязани не была. Юлечка из Астрахани, привет тебе, дорогая. Лиля Русиновская, передаю тебе пламенный привет. Спасибо большое. Спланировано, ну, как сказать спланировано? Не сказала бы, что прям спланировано, но на каждого человека там есть свои определенные взгляды, с кем бы они хотели, чтобы этот человек был вместе. И для этого создаются определенные условия. Спасибо. Реснички делала в студии Ани Ключко. Что с зубом? Ой, наверное, мне кажется, что уже пора написать целый пост по поводу моего неправильного прикуса. Это прям тема. Тема и целая куча постоянных вопросов. Люди, все просто. У меня просто неправильный прикус. Я с таким родилась. К счастью, либо, может быть, к сожалению. Я не выбирала. Вот такая появилась на свет. Хоп! 9 месяцев мамуля с пузиком ходила, потом хлоп, и появилась зайка. Появилась зайка с неправильным прикусом. Не было возможности у меня поставить брекеты до этого момента. Ну, не было, ребятишки. Ну, не было. Спасибо, мои хорошие. Пермь, привет. Лёшка пошел в магазин. Мамулечка моя сладенькая, привет. Ты такая добрая. Ну... Если честно, то вообще на самом деле да. Очень добрая, очень дружелюбная и очень открытая. Вы все там дружите на Доме 2? Нет. Но вообще на самом деле могу сказать так. Дружбы на Доме 2 практически нет. И очень мало людей, которые действительно общаются после проекта. Чаще всего ты оттуда уходишь и даже типа якобы твои друзья быстренько о тебе забывают. Симферополь, вам привет. Вместе живете, да. Спасибо. Вернитесь на проект с Лешей. Не вернемся. Очень жаль, потому что мне очень приятно, правда. Шабарин. Отвратительный, мерзкий мужик. Честно, будь он с пакетом на голове, я бы даже в этом случае на него бы не посмотрела. Это просто мерзость. Красотулечку, мамочку, спасибо, моя хорошая. Привет, Польша, Волгоград, и вам тоже привет. Погнали гулять. Куда хотите пойти гулять? На улице же нереальный ливень. Куда гулять? Я даже в магазин с бубликом не пошла из-за этого дождя. Калининград, привет. Леша ушел за мной, да. Пенза, привет. Калининград, еще раз вам привет. Нет, я уже больше не очень худенькая. Очень худенькая была, когда на острова летела в прошлый раз. После больницы, когда я на неделю похудела на 7 килограмм, вот тогда я была прям нереально. Фух. Боня, иди ко мне, зайка. Бонька. Боня. Так хочется с вами поболтать, и не получается. Мазафака. Просто четвертый раз захожу в прямой эфир. Такое у меня впервые. Я не понимаю, из-за чего он глючит. Просто пару минут нормально, все, а потом начинает лажать. Что-то зависать начинает. А почему всегда, когда у меня есть свободное время, мне хочется с вами поболтать, что-то неладное творится? Буня, я капец, у тебя зубы болючие. Скучаешь по проекту? Нет. Привет. Спасибо, мои хорошие. Капец, у тебя зубы болючие. Буня! Получишь у меня в задницу. Нелечка, спасибо большое. Мне очень приятно. Возвращайся. Нет. Спасибо. Мне... Чё ты кричишь? Совсем куку, что ли? Чё орёшь? Чё орёшь, скажи мне быстро. Чё орёшь? Зачем в Китае работать? Спасибо большое. Столько людей, если честно, переживают за нашу пару. Очень много людей пишут, совет нам дают. Привет, Баку, Азербайджан. Спасибо большое. Лёшка пошел в магазин за сушами. Делала когда-нибудь перманент бровей? Нет, не делала, но, кстати, хочу сделать теневой перманент, чтобы более четкий контур был бровей, потому что как бы бровки у меня свои широкие, густые, но немножко подкрашиваю, чтобы почетче контур был.
Спасибо большое. Вы вместе, да? Чья собачка друзей наших? Хотим танцевать и в модельной сфере хотим работать. И мы вас любим, и я люблю вас, котятки. Вместе с Лешей, да. В каких людях ты разочаровалась на доме 2? Честно, во многих. Очень много говорят тебе, какая ты прекрасная, какая ты хорошая, какая у тебя хорошая пара с Лешей. Когда Леша начинает творить какую-то ерунду, они уже поддерживают эту ерунду в том числе. Ну, очень много двуличных людей, и это, к сожалению, правда. Иве, привет. Говнёшка малая. Такая малая застранец. Ты общаешься с Каролиной? Ну, общаемся иногда, да. Настя, с Габосовым общались хорошо, но ушли с проекта, общения не поддерживаем. Хорошо общаюсь, дружилась с Алианкой. Она прям бомбовая девочка. Попытка номер 2. Попытка номер 2. Что-то у меня связь какая-то нехорошая. Вообще у меня что-то какая-то ерунда происходит. У меня нагревается почему-то телефон и начинает ложать прямой эфир. Что происходит, вообще не понимаю. Непонятно. Привет, привет, Уфа, привет. Боня, иди сюда. Боня, иди ко мне. Привет, привет, привет. Боня, иди сюда, покажу тебя. Привет, привет. Гродно, ура, Гродно, Гродно на связи. Привет, Гродно, кстати, скоро приеду к вам. Иди ко мне, зайка. Иди ко мне, моя хорошая. Иди. Смотрите, какой песик. Какой хороший песик. Что за телефон? 8+. Красивая пара. Спасибо большое. Спасибо, котята мои. Как настроение? Честно, прекрасно. Устала что-то только немного. Жуткий до сих пор после проекта недосып. 2 августа будет 8 месяцев. Спасибо, спасибо. Могилев, привет вам. Купили собачку? Нет. Завтра пойдем, поедем брать собачек. Очень хорошая девочка переезжает в другой город и предложила нам забрать своих песиков. Чихуахуа маленький и шпиц. Вот, мы заберем 2, а потом 1 и отвезу мамулечке в Гродно. Да, с Кудряшовым живем пока у друзей. Спасибо большое, Полечка, спасибо. Поедете в США? Думаю, поедем, но только после Китая. Очень красивая пара, удачи вам. Спасибо огромное, спасибо, спасибо. Наташенька, привет. Бусенька на доме 2 сценарий. Крутая ты. Сколько классов закончила? 11. Ну и потом университет. Очень нравятся шпицы. Мне тоже, кстати, очень нравятся шпицы. Прям очень. Ложись, высыпайся, это очень красиво. Сейчас Бублик придет с... Ой, Буня, больно! Кусила меня. Сейчас Бублик вернется с магазина, покусываем с ним сушки и будем спать. Волосы шикарные. На самом деле, сейчас после Сейшел очень сильно отросли капсулы. Очень путаются, очень много волос вылезает. Вот в среду иду переделывать волосики, поделюсь... Ой. Поделюсь с вами контактами, кстати, у кого волосики свои делаю.